Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1426. События дня. 1 Коринфянам 12:28. Иных Бог оставил в церкви. Поставил, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. За 8 ноября 2019 года. И наше обращение. Наше обращается за помощью солидным людям. Фермер. Прекрасный человек. Но не хватает средств. Может, кто-то поможет. И вот о них тут. Так, старайтесь курсором задержать, чтобы просчитать. Вот о чем просит. Где видите все. Ну, а дальше я буду так продергивать вперед и считать. Это переписка в наши. Ну, друзья, чат называют. Не люблю это слово чат.
Ну вот что за прошлый. Это вот переписка, которая была. В интернете встаю рано, вот в 1:00 ночи, пока почту разберу, пока отвечу. Много времени провожу в чат-рулетке, откликаясь на все. Ну и мое хозяйство, воробьи, жуланы, большая птица, синица. Голубей накормить, проверить, кошек. Ну вот так. И как будто бы на сегодня и все. События дня таких никаких нету. Утренняя молитва, 4:40 встаем, как всегда. Все это выставляем мы. Все на этом.